причем не только внешней природой, красотой, но и тем трудом, той работой, которую вы выполняете. 100 часов видеоматериала, более 40 тысяч съемок, фотографий. Представляете, какой огромный объем, который перевоплачен на службе, которая у нас, наверное, самая малочисленная компания, но тем не менее, вот эти активные люди с активной жизненной позицией, они вот этого достигли. Этот проект очень важен для КАМАЗа, потому что он имеет несколько как бы смыслов наполненных, потому что вместе с девушками, вместе с участницами мы показываем и наше производство. Мы показываем о том, какой сегодня КАМАЗ. Мы показываем о том, что КАМАЗ интересен как работодатель. И самое главное, мы показываем, наверное, что наши девушки, что они не только умеют выполнять качественную свою работу, но они еще и спортивные, они еще и красивые, они начитанные. Есть отзывы от коллег, с кем встречаемся, они говорят о том, что вот на КАМАЗе есть такой интересный проект, и хотелось бы тоже посмотреть, и даже, может быть, его и, так сказать, провести у себя. Поэтому опыт очень положительный, и то, что мы сегодня смогли отметить наших участниц, поблагодарить их, поздравить, наградить, это очень важно, потому что это, вот, это и есть нематериальная мотивация людей к работе и к участию в конкурсе.